Всемирная продовольственная программа направила 18 грузовиков с высококалорийным печеньем, чтобы накормить людей в отдаленных районах Афганистана, пострадавших от землетрясения 22 июня. Группы помощи еще не посетили многих выживших, которые изо всех сил пытаются выбраться из зоны бедствия по разбитым дорогам. Есть опасения, что в сильно пострадавшие провинции Пактика и Хост помощь придет слишком поздно.